Госсанитехнадзор Московской области в Красногорске провел выездной семинар по безопасности детских площадок. Ведомство следит за содержанием игровых комплексов. А несчастный случай в Подмосковье на одном из них дал повод провести дополнительное обучение и усилить надзор. От этого зависит первое и самое главное. Это жизнь и здоровье детей наших с вами. Это основное. И второе – ваше дальнейшее благополучие. Потому что, я скажу так, за, не дай бог, какой-то несчастный случай вы несете такую же ответственность, административную, уголовную ответственность, так же, как и представители администрации, эксплуатирующей организации, которые отвечают непосредственно за данную ту или иную площадку. Теорию применить на практике приехали 20 инспекторов, стаж работы которых меньше 5 лет. Каждый из них получил 2 из 40 площадок, которые нужно проверить по всей строгости 191 закона. Вопрос очень актуален. У нас очень много площадок в Московской области. Много еще площадок, которые остались, можно сказать, с советских времен. Их насчитывается более 16 тысяч. Актуален вопрос бесхозных площадок, но не в Красногорске. В начале года брошенных игровых зон в муниципалитете было больше 100. Сегодня таких нет. Для того, чтобы площадки у нас были нормальными, конечно, нужны более сильные действия наши. И вот я хотел сказать, что мы в администрации приняли решение. Вот в этом году мы сделали в рамках программы благоустройства, мы сделали 39 дворов. Комплексное благоустройство. Это касается Красногорска, Нахабино, Отрадного и Ильинского. Вот мы приняли решение, учитывая то обстоятельство, что так сложилось, что с благоустройством наших дворов и игровых площадок у нас не самая ситуация лучшая в области, мы приняли решение увеличить эту цифру в 3 раза. Поэтому вот мы предполагаем, и сейчас как раз у нас формируется бюджет на следующий год. Оценили участники практикума и новую, еще не открытую для игр площадку на железнодорожной улице. Вердикт – сделана она добротно, качественно, однако не выдержан интервал от качелей до забора. И есть доступ на крышу замка, что небезопасно. С недочетами обещали разобраться, причем на всех проверенных детских площадках. Вы реально отработаете каждый по 2 площадки, то есть на экипаж 4 площадки, с составлением актов, фотографированием карточек. Все это прибудете в территориальный отдел 29, сдадите начальнику отдела. Начальник отдела в дальнейшем все это внесет в электронную базу и отработает по каждой площадке.